Всем огромный привет! Сегодня в этом видео обзор товаров и новинок из магазина «Светофор», который находится по адресу город Краснодар, улица Новороссийская. Желаю всем приятного просмотра и не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропускать новинки. Из пластика в магазине можно приобрести универсальную корзину на 14 литров, цена 118 рублей. Большой пищевой бокс на объем 32 литра, цена 289 рублей. Последние новинки – это контейнеры зеленого и синего цвета на 18 литров. Цена 159 рублей. Напольное кашпо по цене 274 рубля. Набор для пикника, в наборе 13 предметов. Весь набор упакован в герметичный контейнер. Цена 185 рублей. Из фарфора в магазине есть глубокие тарелки диаметром 19 сантиметров. Производитель Китай. Цена 57 рублей. Также из фарфора завезли салатники с новыми рисунками на объем 500 мл, цена такая же 57 рублей. Из этой же коллекции, но немного другого цвета, есть глубокие тарелки диаметром 19 см, цена такая же 57 рублей. Бульонница из прозрачного стекла на объем 500 мл по цене 59 рублей. Также в магазине есть два вида ковшей, один по цене 187 рублей, другой со съемной ручкой, можно использовать как форму для запекания, цена 282 рубля. Набор мисок в наборе 3 штуки по цене 176 рублей. Также есть набор мисок без крышек в наборе 3 штуки, цена 108 рублей. Сковорода-гриль с антипригарным покрытием, цена 680 рублей. Блинная сковорода с антипригарным покрытием диаметром 24 сантиметра. Сковорода российского производства. Цена 551 рубль. Набор посуды из 18 предметов. Цена 1272 рубля. Недавняя новинка в магазине – это органайзер на объем 4,5 литра по цене 123 рубля. Чайный набор из 12 предметов. Кстати, не во всех светофорах он есть. Цена 620 рублей. Форма для запекания из жаропрочного стекла марки Marinex. Объем 3,5 литра. Цена 299 рублей. Светодиодная подсветка работает от сети 220 вольт, цена 133 рубля. Рулонные шторы с эффектом blackout, цена 481 рубль. Также есть обычные рулонные шторы, они изготовлены из 100% полиэстера, в магазине был только один цвет, темно-серый. Цена 254 рубля. Для декора в магазине есть фотообои, они российского производства, размер полотна 1,40 м на 2 м. Цена 315 рублей. Душевой комплект по цене 971 рубль, это производитель Китай. Еще одна последняя новинка, это малярный набор по цене 135 рублей. Также в магазине есть смеситель для ванны, но, к сожалению, цены я не нашла. Потолочный светильник мощностью 24 ватта, цена 400 рублей. Порошок сорти для уборки с ароматом лимона, цена 19 рублей. Мыло Magic Day с ароматом барбариса, цена 49 рублей. Таблетки для посудомоечной машины в упаковке 60 штук, цена 203 рубля. В магазине два вида хозяйственного мыла, цена каждого 25 рублей. Эко-гель для стирки взрослого и детского белья, цена 152 рубля. Одноразовые пеленки размером 60 на 90 сантиметров, упаковки 30 штук, цена 299 рублей. Детские салфетки Аура, 200 штук, цена 57 рублей. Пена Джиле, цена 149 рублей. Большая упаковка пасты Colgate, цена 54 рубля. Набор зубных щеток в наборе 5 штук, это производитель Китай, щетина средней жесткости. Цена 29 рублей. Гель для стирки сорти, 3 литра, по цене 232 рубля. Порошок Bimax в упаковке 6 кг, цена 300 рублей. АОЗ для мытья посуды, цена 61 рубль. Ленор кондиционер для белья, 4 литра, цена 191 рубль. Из мебели в магазине есть стол по цене 1635 рублей. Стулья с мягкой обивкой по цене 1000 рублей, был только один цвет. Прихожая Легия по цене 2046 рублей, изготовлена из ЛДСП. Кухонные табуреты по цене 186 рублей. Стеновая панель размером 96 на 48 сантиметров по цене 93 рубля. В магазине неплохой выбор пледов из флиса размером 150 на 200 сантиметров. Производит город Краснодар. Цена 250 рублей.
Трикотажные простыни на резинке, изготовленные из 100% хлопка, производит Узбекистан. Есть два размера 140 или 160 на 200. Все простыни однотонные, есть как темные, так и светлые. Простыни отлично тянутся, очень мягкие, приятные на ощупь. Цена 355 рублей. Комплекты постельного белья, они изготовлены из мака поплина. Это 100% полиэстер, очень яркие, красивые расцветки. Цена 558 рублей. Из 100% хлопка в магазине есть простыни на резинке, размер 140 или 160 на 200. Производитель Пакистан. Цена 371 рубль. Также есть комплект наволочек из 100% хлопка, цена 200 рублей. Из одежды в магазине есть мужские футболки, они изготовлены из 100% хлопка, производитель Узбекистан, цена 135 рублей. Женские брюки-султанки тоже из 100% хлопка, по бокам есть два небольших кармана, цена 287 рублей. Из последних новинок в магазине появилось ведро-стул на объем 20 литров, цена 287 рублей. Также есть корзина для белья по цене 305 рублей. В большом холодильнике привезли шампиньоны, цена за килограмм 100 рублей. Ряженка жирностью 3,2%, производит город Москва, упаковки 900 мл. Цена 53 рубля. Замороженное филе индейки, цена 280 рублей за килограмм. Еще в магазине есть замороженный окунь, цена 263 рубля за килограмм. Свинина по-домашнему, это мясо варено-копченое, производит Тверская область. Цена 279 рублей. Сырокопченая колбаса салями, цена 326 рублей. Белорусское сало, цена 196 рублей. Мясные чипсы, это сыровяленое мясо, упаковки 150 грамм, производит Атяшево. Цена 124 рубля. Сыр рикотта в упаковке 500 грамм, жирность 45%. Цена 137 рублей. Также в магазине есть плавленый сыр со вкусом грибов, сливочный сыр и вкус ветчины. 3 по цене 2. Цена 165 рублей. Плавленый сыр марки «Президент» со сливочным вкусом. Упаковка 280 грамм. Цена 108 рублей. Глазированные творожки со вкусом ванилина. Цена 68 рублей. Яйца сорт 2, 3 десятка, цена 89 рублей. Заморозки есть мороженое, 500 грамм по цене 85 рублей. Замороженные креветки в упаковке 1 килограмм. Цена 190 рублей. Крабовые палочки по цене 64 рубля 500 грамм. И также есть имитация крабового мяса. Цена такая же, 64 рубля. На этом мой обзор заканчивается. Спасибо, что вы были со мной. Не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропускать новинки. До скорых встреч. Пока-пока.